Губернаторская программа в Московской области успешно работает с 2017 года. За это время в одном только Ленинском городском округе было отремонтировано более 1000 подъездов. С каждым годом дизайн-проекты удивляют своей новизной. В 2021 в программу попало 20 подъездов. Из них 6 подъездов, которые были с софинансированием, то есть жители тратили не полностью свои собственные средства на ремонт подъездов, а часть из них была средства жителей, средства Московской области и средства нашего Ленинского городского округа. Ленинский округ стал одним из первых, где программу на 2021 год завершили досрочно. К концу лета все подъезды уже были отремонтированы. В перечень работ традиционно входят замена напольного покрытия, окон и батарей, покраска стен или облицовка плиткой, установка новых осветительных приборов, поручней и ковшей мусоропровода. Перед началом ремонт согласовывается с жителями. Ремонт одного подъезда, если это 12-этажный дом и выше, 2 миллиона рублей. Если это 9 этажей – 1 200 000, если это до 5 этажей – не более 500 000. Но тут здесь тоже все зависит от потребностей жителей. Смотря какую плитку они хотят, какие батареи они хотят, какие окна они хотят, то есть цена может вырасти. Помимо подъездов, которые вошли в губернаторскую программу, сейчас в Видном работы ведутся еще в ряде домов. Здесь реконструкцией занимается муниципальная управляющая компания за счет средств текущего ремонта. Вижу улыбки на лицах у жителей. Вот, понимаете, отношение у людей и хорошее и к администрации, и к управляющей компании. Ну, жители довольны, понимаете. Вот что меняется, мне кажется. А так, облик дома, конечно же, поменялся. То, что было, дом не ремонтировался, я не знаю, с конца 80-го года, да, он постройки. Здесь просто производился косметический ремонт. Всего в Видном порядка 10 таких подъездов, где работы на себя взяла муниципальная управляющая компания. Реконструкция должна завершиться к концу октября. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.